О! Меня закрыли. Я трус. Но я боюсь. Я говорю, не знаю, получится. Надо зайти. Вряд ли. Я сзади сижу, потому что я панический. У меня страх к езде на машине. Поэтому я всегда... Поедем за приключениями с девчулями с работы. Коллеги. На улице тепло, но ветер дует. Резкость, ты где? Ну, в каких очках? В очках. Ой, резкость плохая. Резкость навела. Окуляры на камере. Нос предательски чешется. Ну, чувствует лет. Завтра. Сегодня нет. Хороший нос чувствует за 3 дня. Если сегодня посижу, то завтра я не захочу уже. Почему завтра я не пойду? Потому что Кирилл захотел завтра. И тут мы с вами едем. Я говорю, ну я пока приеду там. Что здесь? Они эту чуть не зажали там на марочку блоху. Это я говорю, пока я приеду к 6, допустим, домой там, пока туда-сюда. Ну во сколько мы? 8 сядем. Ну и что толку? Ну да. Нам к 6 надо быть уже. Дома. Ну вот, к 6. Хорошо, без 15:06 я приеду. Я пока да. Если бы я пришла, а там уже сидели, я такая, здравствуйте. То это одно, а это пока и соберемся, пока, ой, да ну. А на завтра мы уже все сделали, сейчас Кирилл мясо единственное зайдет, купит, и все, рыбу уже разморозили, красную. Ой, какие цвета красивые в этот. И решили выйти из графика. Ну ладно. А Танюша тоже куда-то. Я сейчас 12, куда она собралась ехать, я не знаю. Чи-чи-чи. А, намылилась, зараза такая. Такая. На какую-нибудь очередную хрень. Ну, а что, дню зря пропадать. Я поехала. И она. А завтра встретим. Да не, мы вечером встретимся. Я к ней, конечно, схожу. Я схожу к ней, она скажет, ну что это мы, давай по пивку хотя бы, по одной бутылочке. С утра Кирилл, мам, выходи. Подожди. Да запросто, скажешь, как это пятница в сухую. Юля, у тебя каблучок есть сзади? А? Каблучок приклеен сзади, нет? Да у тебя даже дети не приклеены. Зачем? Как зачем? Чтобы они осторожные были, кто рядом едет. Что это такое? Безопасить себя. Страшно. С машиной в машину проверь, какие-то клейки. Конечно. Шестерку, если неудачно прыгнуть, то она, блядь, развалится нахер. Не рассчитать ее,
ну, отвалится, там, я не знаю, что живут. Да, побежали, как эти... Как они называются, эти... Мультик раньше был про этих, про людей, которые... В каменном веке, блин. Как они? Симпсон, нет. А, забыла. И у них машины такие были. Ногами, ногами. Кто? Ну, мультик такой был, как-то он назывался. Напишите в комментариях, как он назывался, я забыла. 100 лет его не смотрела. Флинстоуны, во, все, вспомнила. И они там на машинках. Да ну, конечно, сколько тебе лет, сколько мне. Загуглишь. Флинстоуны. О, есть еще мозги ведь? Есть. Такие скромные сидят, молчат. А, Терегать собралась? Нет, я не знаю, что там. Я уже укачалась. Там, короче, вот так вот, как бы пластырем. И типа как не укачивать. Пупок пластырем? Да. Ого. Катя. Говори, типа, давай пупок пластырем. Катя, твой пупок. Останавливайся у обочины. Юлька. Будем перичку делать и пупок заклеивать. Ох, и Юлька, ох, и Шмахер. Что? Река Бугундырь. Так, ладно, ты так слишком много. Пошли. Здесь нету никого. Ну а здесь остановятся. Дресс-код. А тепло вообще. Я не знаю, как вы в теплых куртках идете. Кошмар. Я знала, что будет тепло. Ай-яй-яй-яй-яй. Твари. Тут КБшка есть. Там просто недорогой корм для собак и кошек в КБ. Видно нас, смотрите, в этот. Видно, видно, пошли. Сейчас выйдет кто-нибудь нам помашет. Я ж машу. Да, да, да. Дурка приедет. Так, пауза. Такие же у вас автомобили, да, Ленчик? У нас? Да, у нас большой, у нас вот такой. Вот такой Мерседес у нас. Вот цена, пожалуйста. О, такие колясочки. Надо поснимать Танюшки. Вот. Мы, по-моему, дешевле купили, да, Тань? Да, та же комплектация. Тань, мы с тобой дешевле купили. На Озон за 2 с чем-то, а в магазине это точно, да, Танюха? Хрена себе. Сколько тут дитячего. Всякие разные. Да. Прикольная колясочка.
Ну, карие оно все такое. Всякие гойдалки. Вот цены. Стул для кормления. У нас какой был? Ну, с такой, наверное, был. По-моему, такой, да? Со съемной. Да. Такой. Ну да. Мы уже продали его. Всяких. Ты что, все? Ты уже назад идешь? Нет, вообще на маленьких участках. Я не знаю, мне кажется, тут что только нету. Чё? А что тут? Так он вот туда. Так мы смотрим, Катя. Я а, это же гипермаркет, он огромный. Он же туда, там вторая часть еще. Ну все, я попала. О, нашла? Да. Ну, вот, ты вот такое что-то хочешь, типа ну, того? Не знаю, что-то хочу и... Курточка у меня прикольная. А внизу, смотри, ну это через шею. Через шею, через голову. Через шею. Через голову. Ты ешь с Кендрышкин. Такая вроде весна, и в то же время тоненький синтепон там. Из какой она выходила, ты сейчас понимаешь? Тут же сейчас обычно у меня дети на Авито покупают Ромке много вещей. Мне вот это нравится. Такая не кричащая ну, и это. Пофоткаю ей. Мне вот это вот. Это слишком ляпистые, а вот это самое прикольное. Угу. Такая. А сейчас вот эти вот это модные. Спринт, вот да, вот, вот такой. Хрени. Очень. Да что, я не знаю, что... Да куда там вешать? Я не могу попасть. Не вешу. Ёперный балет. Тут только нету. Вот этого всего не было недавно здесь. Давайте паузу нажму. Как я вовремя на... О, теперь и тут выход. Тут выхода не было. Что интересно. Только на паузу нажала, и Уля позвонила. Вовремя я. Что, все? А, нет, это все весна. Это все кожа. Разделась. Че, рюкзаки подорожали вообще? Конечно. И от меня убегают, девчули. А где цены есть? А, господи. Ну а что, тут я не вижу, где цена. А вот там вы прошли. Где? Лоферы. Ну там под крадули микрофон. Мне не понравилось. Под крадули. Да? Что-то
Размеры-то разные. А вот. Спорт, спорт, спорт. Смотрите внимательно. Мне тоже так... Только я могла. Красота куча. Косарь. Девочки, 1000 рублей. Это вот эти типа товары, которые третий за 2. Тапки. Мне ничего не надо. Я просто хожу следом. У меня вообще все есть. У меня луферы мои. Сколько я их уже ношу. Каревские, кожаные. Вообще ничего с ними еще не случилось. Господи. Жвачка. 1500 рублей. Я не пойму, ты за луферами пришла или за туфлями? Мы все смотрим. А потом в голове... А потом в голове все перемешается и говорит, здесь ничего нету. Ты уже мерить будешь? Пойдем разбираться. У меня еще туфли, господи, я еще 5 лет в них буду ходить. О, а-ля, вот те а-ля. Во. Это все кожа. Видишь, значок кожи стоит. Кари приглашает сотрудников на почасовую работу. Гибкий график, быстрый карьерный рост и возможность... Такая женская, что как-то у них все интересно стоит. Тысяча рублей. 39-й. Вот. Ну, это не кожаные. Другой подошва, другая. Я за 3800, по-моему, покупала. Еще тогда. У меня нету такого вот этого, такого бортика. Все ясно. Уходим. Накругляемся. Ну, такие ботиночки у меня еще есть. Вот такие. Вот такие у меня есть. Тысяча. Под продольки. Девятый размер. Мерю что-нибудь. Короче, много всего. Каталог у них есть в интернете. Безумное количество товара. Здесь умираем от фасончика. Носки, ворочек, джинсы. Туфли. Очень красиво, да? Нет, Юля. Че, не лазит? Эти и ту мне удобнее залазить. Меня странно. Эти даже мне удобнее. Да?
Очень, да, прям фасон, да. Вот так и ходи, Катя, все время. Ты тоже вот так. Я не могу. Хотя бы вот такого цвета, видишь? Бежевый, да. Видно сразу разный цвет. Серьезно. Тебе удобнее в этом, да? А мне нет. Вот я даже стала одевать мне неудобно. Ну тут каблучок понадежнее такой. Тут очень какая-то тонюсенькая хрень. Колготки-то я не ношу. Светлые. Ты колготки светлые не носишь? Так нахрена ты тогда их меряешь? Катя, к тебе то же самое. Ты светлые колготки тоже практически не носишь. Не, ну если только будешь носить. Эти туфли, они же с черными не носятся. Ну так вот сюда? Нет, там стоматолог. Так а это что? Как называется эта фигня, куда ты нас этими правдами и неправдами завела? Какие пью? Что это оно такое? Наверное, туда нам надо. О май гад. Мы где? Мы тут заблудились, короче. Короче, тут заблудились. Да, да, да. Капец. Мы в студию красоты приехали. Тут много кого. Всякие многие. Ой, как это душно. Здрасте. Это понятно. А стоматологи? А через сколько примерно подойти? Через 30. Пошли. Я говорю, что вы делаете? Мы же перекинем? За минут через 50. Все, пошли вместе со мной. Теперь я тебя погоняю. Пахнет, да, стоматологией вот этой вот запах. Надо было мне оставить пакет. Так зайди, Юлька, что. Так они замкнулись. Иди, пошли. Так, все, значит, Юльку мы заперли на экзекуцию. Если сделать громче звук или одеть наушник, то вы поймете и услышите, зачем мы сюда приехали. Сейчас все люди вот так будут. А сколько сейчас время, чтобы засечь? Два? Два. Мы же пришли. Два. Сейчас нам направо. И все. Тоже, да, пятиэтажки. Ой, красивый коттедж. Коттедж. Газпром же здесь. Все. Ну, в общем, вот так. Ты застегнулась. Я вообще наоборот хочу сейчас снять куртку. А я вообще, когда иду, мне типа жарко. Я, короче, поняла, в чем моя беда. Вот так снимаю и вот так снимаю. Разница есть? Знаете почему? Я только сейчас до меня допетрила. Я уже, короче, Кириллу весь мозг вывела. Смотри, или я вот так вот иду снимаю? Ну, вообще, вот руку держу. Да. Обычно я вот так снимаю. Поэтому ты трясешь? Да.
Я только до меня сейчас дошло. Я уже Кириллу говорю: сынок, смотри, я же вот месяцев 5 назад снимала, было как, ну, нормально. Руку надо вот так держать. О, главное запомнить это. Так, в Обинске на площади поставили зарядочку электрическую. И смотрите, бесплатно. Татань. Вот, пожалуйста. Офигеть, офигеть. Сука, ничего в России нет. Молодцы, ребята, молодцы. Прям... Ой, боже мой, чё ты орёшь? Цыгане там скандал за... Гляж сюда, слышно, мужик, хрен знает куда ушли там цыгане. Ульянины родственники дерутся. Я громче могу пойти. Ай, Мадрид, Мадрид. Смотрите, она, короче, общается... Смотрите, прикиньте, они даже не ругаются, она по телефону базарит. Походу этот, видеосвязь, да, Катюня? Орёт, капец. Да, видеозвонок орёт. А тот оппонент, который за этим, так прям страшно ему аж дальше куда. Ой, я орёт как бешеная. Три. Че ей в рожу никто не даст? Вот тут такие вот у нас, блин, страна. Лояльная, орёт, ну пусть орёт, может, ей так хочется. Это же она общественный порядок нарушает, никого не волнует. Мне нужно вот это слушать её бахталые халаре, блин. Может, она там на весь мир клянет россиян. А мы слушаем. Я, конечно, все понимаю, но не до такой степени уже. Пошли уже, правда, до...